Позорная причина развода Игоря Крутого поражает. Композитор не был счастлив в браке. Слава и всенародная любовь дорого обошлись Игорю Крутому. Карабкаясь по карьерной лестнице, композитор остался без семьи. Первая жена Крутого, Елена Бутома, не верила, что муж начнет зарабатывать большие деньги. Семья распалась. Как это было, вспомнил Александр Серов в эфире «Судьбы человека». Лена бросила такую фразу: «Игорь же крутился. Это начало любого исполнителя. Крутится, вертится, упал, споткнулся. А жена наблюдает». И как-то бросает ему такую фразу: «Игорь, ты знаешь, мы с тобой, наверное, разведемся». Игорь говорит: «Почему?» «Ты знаешь, я не люблю неудачников».